Конкретно наша сегодняшняя лекция называется «Четыре стадии смерти». Действительно, проблема смерти – это то, что не может оставить равнодушным ни одного здравомыслящего человека. И кто-то, может быть, с раннего детства, кто-то в период юности, а кто-то, может быть, и в зрелые годы, так или иначе к этой проблеме подходил. Как решить эту проблему? Как победить страх смерти? Как понять, что происходит во время смерти? Тем более, что, как правило, мы имеем очень мало опыта тех людей, которые бы возвращались после смерти. Я имею в виду случаи клинической смерти. Поэтому та тема, которая будет сегодня изложена, она будет основана на материалах древних ведических тантр, на материалах тибетской книги мертвых, а также на современных исследованиях, которые подтвердили это знание. Эти исследования проводились в последние 30-40 лет особым таким направлением психологии, которое называется трансперсональная психология, и в особенности в тот момент, когда был открыт особый метод, называемый методом регрессии. Метод, который позволяет погружать человека в определенное состояние, похожее на гипнотическое в чем-то. И поскольку в нашей памяти сохраняется вся информация об этой жизни, все, что мы с вами видели, слышали, осязали, пробовали на вкус, все это запоминается, и эти воспоминания можно вытащить из нашего биокомпьютера, из нашего ума, манаса, практически в любой период жизни, тот период, когда нам было там, 10 лет, 5 лет, год, или даже первые месяцы после рождения, то, естественно, эти исследования продолжались дальше, и психологи вошли в совершенно другой мир, мир, о котором мы с вами говорили на прошлой лекции «Мир четырех стадий рождения». И они были удивлены, что это полностью соответствовало древним канонам. А когда они пошли дальше, то оказалось, что человек способен вспомнить и то, что с ним было в глубокой древности. Таким образом, с помощью астрологии можно вычислить момент смерти, потому что считалось так, что, согласно всем канонам, смерть – это абсолютно фатальная точка, которую нельзя изменить. То есть ее нельзя сдвинуть ни на секунду, ни одно мгновение. В то же время в этих же самых трактатах говорилось и о другом, что какие-то факторы способны сократить нашу жизнь. И более того, современные ученые многие говорят о том, что на ДНК даже записана причина нашей смерти, то есть форма болезни, от которой мы должны умереть.
Общаясь с Рыжовым, я узнал о том, что он, приходя на кладбище, он брал даты людей, даты рождения, даты смерти, и потом составлял гороскопы на момент рождения и на момент смерти. И таким образом он научился вычислять эту точку смерти. И он мне говорил о том, что это точка фатальная, что на самом деле он может очень точно предсказать смерть любого человека. И он рассказал, как это сделать. И впоследствии я проверял, и действительно это совпадало. Но сам он, примерно за полгода до своей смерти, он, это была одна из его последних лекций, он сказал, что вот через полгода я уйду из этого мира. Ну, поскольку он такой был человек веселый, часто шутил, все подумали, что это шутка. Все посмеялись. Он сказал, что вы смеетесь? Вот у меня будет мой день рождения, у него был в середине марта, и через несколько дней я умру. И еще через несколько дней после дня рождения он умер. То есть у него он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. То есть это мгновенная практически смерть, но он к ней был внутренне готов, потому что он знал, когда он умрет. Это тоже очень важный момент. Мы сейчас к этому подойдем. И меня поразило одна история, которая, может быть, тоже вам известна, потому что они писали очень многие газеты. Это история с одним мальчиком, который жил в городе Матхуре. Этот мальчик, когда ему было примерно около 5 лет, вдруг начал говорить, что родители назвали его неправильно. И стал говорить, вы должны изменить мое имя. И назвал, как его должны звать. А родители воспринимали это просто как шутку и... Ну, мало ли, каприз какой-то. Они смеялись над этим мальчиком, над своим сыном. А он все больше и больше рассказывал различные истории. И однажды он проснулся во сне, то есть у него была сильная истерика. Он проснулся во сне, он кричал. И когда родители прибежали к нему, он сказал, что мне приснилось, что когда я ехал в машине, вышел из нее, то какие-то люди страшного вида меня выстрелили и убили. Но когда это был страшный сон, да, может быть, такой, со всякими детьми это бывает, но все дело в том, что тот сон стал повторяться. Он стал повторяться с какой-то определенной периодичностью. Он все время видел все больше, больше и больше. И однажды, когда он стал рассказывать о том, что он видел прежде, что на самом деле он жил когда-то в другом мире, что он жил в городе Агри, он опять называл свое имя, свою фамилию, он говорил, что он был директором фабрики, и отец этого мальчика, он взорвался, он не выдержал этих рассказов, он стал на него кричать и говорит, что ты какую-то глупость говоришь. А на что его сын ответил, вы не мои родители. Это было последней каплей. Они повезли его к психиатру. Психиатр осмотрел, сказал, что мальчик, в принципе, совершенно здоров. Но то, что он рассказывал, это очень заинтересовало этого человека, потому что как раз этот психиатр занимался трансперсональной психологией. И он слышал об этих случаях, он собирал эти случаи. Он решил проверить эти данные. Он поехал в Агру. И узнал, поскольку он знал фамилию, да, этого мальчика, он узнал, жил ли такой человек в Агре. И узнал действительно, что несколько лет назад такой человек жил. И он поехал по этому адресу и встретил женщину средних лет. И эта женщина была его женой прежде. Он спросил, что случилось с вашим мужем? И эта женщина рассказала, что он был директором фабрики, когда он подъехал однажды на машине и вышел, то его убили. То есть одна пуля попала в грудную клетку, а одна пуля попала в висок и вышла из затылочной кости. Интересно было то, что при осмотре мальчика он обратил внимание, что у него в районе с правой стороны, с правой затылочной кости, на этом месте, на коже, имеется большое родимое пятно. И также второе родимое пятно имеется слева на затылке. То есть этот факт он очень сильно удивил его. И поэтому этого мальчика стали исследовать. И практически вся информация как бы подтвердилась. Да, он взял эту женщину и привез к этому мальчику. Этот мальчик бросился тут же с объятиями, назвав ее по имени. Да, то есть
фактически тем самым он показал, что он помнит все, что произошло.